Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, Domine exaudi rationem meam, et clamor meos ab te veni, et Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Ну вот и все. Ну так, теперь, сынок, собирайся в путь. Собираться? Зачем? Когда ты был слеп, я был твоим поводырем в краях неведомого. А теперь ты прозрел, и моя спина загораживает тебе солнце. Вы меня гоните? Не перебивай меня, сынок, и не спорь со мной. Ты помнишь мешочки, которые привез лорд Каннинг? На эти деньги ты сможешь купить дом, создать мастерскую. Ты должен жениться, иметь верную подругу и добрых детей. У гения мало времени, ты не можешь скитаться по свету в поисках любви. Ибо гений сам творит любовь своими руками и для всех. Ваша наука, плата за труд. Мастера не должны расплачиваться между собой деньгами. Деньги – ничто по сравнению с тем, что дают мастера друг другу. Расцвел красивой ветвью на стареющем дереве моей жизни. И не нам решать, кто из нас кому больше должен. Спасибо, учитель. Перестань. Не заставляй меня говорить слова, которые украшают наше сознание и повергают в стыдливость, как только мы их произносим вслух. Я всю жизнь боялся старости. Все время с кем-то расстаешься. Ушли родители, поумирали друзья. Дети женились и разъехались. А скрипки? Скрипки остаются. Знаешь, недавно меня охватил испуг. Я попытался вспомнить лицо своей матери и не смог. Ты понимаешь? Я забыл лицо матери. Так много лет прошло, что я забыл ее лицо. А скрипки все до единой помню. Помню по голосу, по лицам. Руки хранят тепло их. Я помню их, как отец. Я нежно и с болью люблю их, как старый муж любит молодую красавицу жену, зная наперед, что она переживет его. И тогда она будет отдавать свое тепло кому-то другому. Но это вызывает не горечь или скорбь, а теплую светлую надежду, что и после него она будет счастлива и прекрасна. Не вздыхай, сынок. У тебя вся жизнь еще впереди. А я слишком стар.